man. Здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель и Паучок. Поздоровайся, чувак. Всем привет. Всем здорово, ребята. Да, сегодня мы, вы как поняли, мы будем играть в Team Tyrann. Вау, такая классная игрушка. Есть вообще она... не только в снежки. Подожди, я думаю, мы только в Team Tyrann поиграем с тобой. Короче, сегодня мы будем вообще во многие игры играть с пауком. Даже? Ты согласен? Ага. Ты согласен сегодня сделать хорошее дело ради наших подписчиков? Да, капитан, я не слышу. Так точно, капитан. Да-да-да. Ты чё, бестолковый, ну вот тебе по носу. Это, кстати, я золото нашёл. Где? Иди сюда. Ну-ка, где моё золото? Так. Ты куда? Сюда, там золото есть. Серьёзно? Да. Моё золото? Как... Кто его... Кто его сюда притащил? Я даже знаю, кто. Бежи. Иди сюда. Стой, мам, подожди, давай зайдем куда-нибудь. Ты готов? Ты готов взрывать? Да. Только там нас будут взрывать. Так, куда зайдем? Где побольше человек? Давай. А, вон 9, вон, видишь, сверху. Где? Да, вот. Это ж Team Tyrann, да? Нет, не Team Tyrann. А что ты мне не сказал? Это Слука. А, Слука, ну тоже ништяк. А, давай Слука. Ну, давай сначала Слука, а потом, ребята, мы будем играть в Тинти. Блин, я буду сегодня свои тинтишки убивать. Вообще-то взрывать. Взрывать, убивать, одно и то же. Их все равно не будет. Смотри, там сколько много тинтишек. Ага, и ты тоже их, давай ты их не будешь ломать, а? Ну, пожалуйста, братюня, пожалуйста, давай ты не будешь их ломать. Посмотри. Ребята, кстати, видео теперь намного больше будет на канале, потому что я решил не монтажировать некоторые видео. Да, вот так вот. Серьезно? Да, серьезно. Я реально, наверное, не буду монтажировать, ребята. А нет, давайте даже так. Мы сделаем опрос в группе. Вы там заходите, пишете, типа, монтажировать, не монтажировать, и там вообще... Например, если 10 наберется, да, 10, 5 где-то так наберется людей против этого, значит, будет всегда монтаж. Вот один монтаж, ну, разумеется. Ну, не монтаж, там музыка просто встроенная в видео. Да. А если наберется, наоборот, против, то видео вот просто их реально дофига, ребята, будет. Даже паук. О, все, сейчас все начнется. Давай, да, погнали. Тинтишки. Там этих за тинтишки должен воткнуть. Кого-то. Кого я должен ткнуть носом? Да не как пингвин из Бэтмена. Я не пингвин. Сам ты пингвин. О, Халк. Тут Халк. Халк. Это банан, а не Халк. Ой, я смотри. Мать у всех. О, нифига себе. Я взлетел. Серьезно? Серьезно? Ты где? Я тебя хочу воткнуть. Сам, иди, нет! Матик, пожалуйста, не где? Надо меня тыкать. Я затыкаю. Не надо меня тыкать. Так, я тупо бегаю пока что. И все хорошо. Там видео, там, я думал, это я прострелил и сразу 6 сломал. Матик, ты смотришь на меня, смотри. Нет, я бегаю, мне страшно. Так я еще не взлетаю, двойной прыжок. А, ха-ха, лалка. Кто? Да передо мной лоханулся. Ты подставил человека? Ай-яй-яй, мои тинтиски, ушит кто-то. Нифига тут они пострадали-то. Ага. Где, а вон ты где, батик? Не бей меня. Я тебя не вижу. Не бей. Я тебя не вижу. Да пофиг, не бей. Ага, ты где, я тебя вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты ж, уродец. Ты чё, упал? Да. А знаешь, кто это виноват? О, батик, тебя сзади там кто-то хотел убить. Я знаю, да меня многие тут... Чё не стреляешь? Да ну нафиг. Ну нафиг. Не, я не буду стрелять, мне страшно. На тебе. Батик. А, женщина! Женщина, нет, иди нафиг. Ещё не тащит. Ай, да, девчонки всегда... Почему-то я всегда проигрываю, от девчонок. Давай, прыгай. Я с тобой слежу. Да мне страшно.
Давай. Давай тебя подтолкну к смелти. Спасибо тебе большое, конечно. Тебе буду мешать. Он-то несколько сразу же взрывает, я проиграл по-любому. Потому что ей везет. О, нельзя, нельзя, нельзя. Плохой мальчик. О, все, опачки, нифига, прям передо мной. Ты видел? Ну, я видел. Вообще просто. Ты бы знал, сколько у меня сейчас FPS, хотя это Тинтиран, а FPS 35. Нифига. Это после того, как я винду переустановил. Нифига. А, У тебя все равно все медленно загружается. Давай, сдохни, сдохни. Это типа лололошки. Я знаю, я. Нет, это не типа лололошки. Это медведь! Бежим! Бежим, Да как медведь по-английски? Я не знаю, давай. Мишка, Happy Wheels, ля-ля-ля, там Нет, Dota 2. Хэппи это веселый. И Это не чего, то. пофигу. Он же веселый, наверное. Ну, хотя личико у него было позитивное. Это Батик, позитивон. три человека. Я знаю, смотри. Это ты и эти двое. Батик, ты должен воткнуть. О, один! Мишка, это Мишка. Тедди. Тедди, во, вроде Тедди. Беги, опа. Я против. Батик должен его воткнуть. Не Не, получилось. он на первом Да, месте. это пипец. Но я на втором, я практически, вы ребята видели, я затащил, дед. Ну, А на каком? практически. Ты, я не знаю, где тут. Да пофиг. Так, Ну, я, что, короче, на выходим? втором. Так и так, да, выходим. А, меня автоматом выкинуло из-за тебя. Какое лобби у тебя? У меня? Так, Давай на давай. третьем, это мой... А, Да. на третьем уже. Да, на третьем. Ты где? Так, вот, батюшка. Братик, ты где? Да, сзади. Господи! Ладно, Ты пошли, меня не я пугай, найду. овечка. Я найду, я знаю где. Чебуреки. Найди мне больше чебуреков. Вот, где два человека. Где? Вот. А, да вот. я. Да, вот это? Да. Надеюсь, это то. Это то? Не знаю. Такая маленькая карта. О, Ой-ой-ой! Батик! Ты Сейчас. тут? Сейчас я затащу, смотри. О. Будешь всех втыкать. Против нас девочка в голубом, мальчик в черном. Это этот мега-мега бич. Мега. И какой-то. Не, а нет, это инь и янь. Ладно, за что я так? Мы были с тобой как инь и янь. Да. И Путин, это Стив. И Путин. Самое главное, это Путин. Где Путин-то? Путин бегает. Вон Путин. О, в угле. В угле. В угле. Ты хотя бы правильно произносил бы. Ладно, надо не суть ва... ударение правильно ставить. Ты, тебе вообще все надо правильно вот ставить. Вот смотрите, по моего бывшего скину, только у него и синяя это. Вот этот голый, что ли? О. Не, вот этот. Какой? Иди ко мне, вот. А, да-да-да, только у тебя зеленые. Ну, у меня зеленые. Ну, ты так, сейчас скоро неплохо начнется. Выглядишь. Ахиньян стоит. Где? Вон, на месте. Он, мне кажется, специально это все делает. А, нет, смотри, а он не, он зашевелился. пошевелился. Главное вот. Это... Ой-ой, какие лаги, какие У лаги. Меня тоже! Упадите все на первый этаж. Я уже на втором, на какой первый? Как он упасть на первый этаж? Не знаю. Единственное, упадите все на первый этаж. На ком-то же. Я на втором, у меня лагает вообще зверски. Не, на третьем. Ой-ой. Мне тоже лагает. Не надо было заходить. Да ты сам виноват. Блин, да у меня на луке так не лагало, как тут. Да ну нахрен, я лучше сольюсь, наверное. Не-не-не, я... Не, давай. Ты должен занять вот у вас первое место. Ага. От овечек. С тремя FPS. С тремя? У меня это, наверное, не такой FPS. Я не знаю, у меня тут как я зашел. О, 6 FPS. О, нифига. О, все, 3. Опять. 5 FPS, 6. Нифига, 6. Блин, да я ненавижу Тинтеран. Кстати, а. Мы сейчас, наверное, не в тему даже говорим. Чего? Помнишь игру, где у тебя как бы муравьи, ага. И ты там разно улучшаешься, помнишь? На-на-на. Там твой муравейник еще больше и больше, помнишь? Ага. Я, короче, я на последнем этаже. Я хочу себе такую игру.
Ты на последнем этаже? Ну-ну-ну, я помню. Да, я, блин, я вообще не могу, у меня все зверски лагает. Тут чувак тоже, походу, у него лагает все. Еще у него сколько лет играл? Ну, а, да, я вспомню. Я, кстати, про нее тебе тоже хотел сказать, чтобы ты ее скачал. Да я сама хочу, чтобы ты мне Угу, там скачал. вообще классная такая игрушка, хотя такая ностальгия, наверное, потом будет. Ну пофиг. Сложность. Какая сложность? Ух ты. Ностальгия. А, нет, почему? Ой, Почему? я тоже подох. Наконец-то. Я сдох. Вот. 3 FPS. О, я смотри, наверх сейчас залечу, да? Ну-ка. 23, Можешь. 30 FPS, пипец. В самом верху. Тут Ты сколько? можешь тебе посмотреть на свои тентишки. Да. Спокойно. Фух, вас так много осталось, это так хорошо. Не беспокойтесь. Шмель вас заберет скоро. Вообще-то это наоборот плохо, потому что их много. Чем Чего? их больше, чем больше тентишки пострадают. Это плохо. Да, ты прав. Зачем вас так много тут? Нифига на первом этаже тут вообще мало кубиков осталось. Меня бы не лагало. О, тут баба сейчас затащит, наверное. А, Чё, нет. ну? Она где? Она сольется сейчас, смотри. Раз, два, три. Упади! 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 А где еще один? А, сверху там еще один. Нифига он на третьем. Это синий янь. Ой, хинь-янь победит. А баба Я, он сольется, уже смотри. все, он слился. Баба победила. Чё? Нет! Нет, не так Ха-ха-ха! это все не Хиньян так. победил. Ой, баба победила. Сам ты инь-янь. Инь-янь баба. Логично. Хиньян, баба. Подожди, давай нормально выражаться. Девушка победила. Да, давай, я в третьем лобби. Подожди, а мы же собирались в снежки. Мы вроде сыграли во Давай все. третий раз еще. Я не могу, чувак, у меня все лагает. Давай, Давай пожалуй. тогда в лук. Давай в лук, ну. Вот этот. Вот это? Ну, да, Да. зашел. Все. Точно лук это? Да, точно лук. Ты меня не обманул. Ты меня обманул, это не лук. Да шучу, Я шучу. вон, экстрасенс. Да. Ну-ка, графика у меня чего? Нифига у меня даже такая хреновая графика, и все равно FPS нормальный. Где мой любимый FPS? Потом Любимый. будем в снежки играть. Что-то. О, вот сейчас опять вообще такой FPS ништяцкий. А у тебя какой FPS? У меня 0,5. Серьезно? Да, сильно. Почти отдыхаю. Иди ко мне. Я что, знаешь, что... Облачик. О, ничего ты тут это. О. Ну все, давай. Где чаек? Че, чаек Ща. мне не приготовил? Ща вот кровать. На кровать. Спасибо. Прикинь, случайно нажал. Ты болваном был, наверное, номер один. Так, такое дерево, это дерево хиньянь. Сам ты синий янь. И не янь, а не синий янь. Я только сейчас заметил, что ты неправильно его даже произносишь. Да, я вообще-то так специально произношу. Иньян. А, да, брат. Братюнь, ты правильно все произносишь. Опа, тут чел какой-то. Ты А, что, отдыхаем. нарываешься Это Путин. на нашу банду, а? Это Путин. Ты чё, на банду овечек? А, кстати, ребята, у нас в это вот недавно создали сайт, так что заходите, комментируйте, там вообще все есть, наверное. Там же все есть. Нет, ха-ха-ха. Ну, кроме видео. Но это о бета-версии, сайт будет скоро, может быть, официальный когда-нибудь. О, тут чувак, и у него, короче, это, короче, ну ты понял. Маяк на голове. Да, нет, не маяк, это вроде стекло. Или Где это это он? маяк? Ну-ка, ща посмотрю. Я не Это верю. баба вообще-то. Я понял. Это же баба, что ли? Да, это же баба вроде. А, да, это стекло. Иди сюда, на, двойной прыжок. Воткнул. Помнишь, на это, в этом же. А, двойной прыжок. Я первый подох. Серьезно? Что за несправедливость? Не, Нет, я второй подох. ты не первый, ты третий Я подох. второй. А, второй. А, кстати, за каждого подохшего мне дается это. Монетка? Да, так что молодец, вздыхай чаще. Ах ты ж. Я вообще на этом все и банкрот. Я тоже банкрот. Я вообще, Ага. вообще Ты не... все потратил. Я ни разу не выиграл.
И да, я все потратил, но это не значит то, что я банкрот. Ну ладно, я 10 раз выиграл, ну и чё? У тебя такой хороший этот попался. Кого? Помнишь? Скин? Со всеми-то деньгами у тебя тут много А, денег. да, тут вообще у меня же много денег. А на чё я их потратил-то? Ты на улучшение. Ой-ой, я упал. Какой я? Ой, я седьмой, не третий хотя бы. Я вообще-то второй. А, да, ты второй. Я хотя бы не второй, не второй. Типа такой это. Самый гордый. Я. И, да я, давай выходи. Выходи, ладно, давай, выходи. Так, 3 секунды. Ну-ка, кстати, звук нормальный там. А, да, 8 как раз. А то я чуть не посмотрел перед так, съемкой. теперь давай в другой снежки. Погнали, ну. Давай лобби сразу говори. Давай на третье. Всегда наша любимая третья, теперь с тобой. Ой, лобби будет это третья. Да, давай. Давай, я на ну. О, тут всего-то 3 лобби, видел? Да, я видел. Нифига. Оба тюня. Вот, сдал оба тюня. Фокс! Фокс! Кто? Фокс! Ну, о, лиса. Белочка! Это лиса! Белочка. Лиса! Смотри, смотри, она это. Не лезь к ней! Не лезь, братик, она тебя совращает. Она тебя совращает даже. Кстати, помнишь? О, смотри, она тоже из клана, видишь? Это клан какой-то. Орех. Какой? Нет, это не орех, это мороженое. Кстати, помнишь, ты на одном сервере, помнишь, где у меня много алмазки? Нет. Ну, это-то сервер. Ну, допустим, и чё? Где там нелы все-то эти. А, ну. И на этом сервере, помнишь, ты в дом приёл лису какую-то? А, но. У ней глаза, как у меня. Серьезно? Чисто как у меня. Серьезно? Абсолютно чисто, да. Реально. Серьезно. Такие же 3 глаза? 2. У тебя 3, смотри, у тебя как бы, смотри. Стой, стой, подожди. Вот у тебя 1, да? Вот 1, 2 и 3. У тебя как бы типа такой тройной глаз. А, вот эти волосы, это как еще один глаз, да? Я не про это, смотри, у меня только из 2, да? Ну, этих типа блоков состоят, видишь? Да. Глазики. У тебя двойной. Да, у меня двойной глаз, а у тебя тройной, типа у тебя на 3, на 1 больше. Ладно, погнали, а то мы хренью страдаем. Чё? О, смотри! Чё? Ты видел это? Вот ни хрена себе! Вот это поворот! Где? Вот это пипец, а? Это прям поворот. Ни хрена его как. Смотри, как его таращит, он тебе розу дает. Не лезь к нему, он этот самый. Не лезь к нему. Нифига его там как-то таращит-то. Давай, какой? А подожди, а тут чуть не пишет, сколько. Вон там вот это не тут, вот. Я такой зэп, знаешь. Нифига, как его таращит-то, смотри. Страшный человек. А ты где? А ты куда зашел? Я никуда. А ты где? Господи, а ты чё мне куда-то... О, ты мне куда-то пропадаешь каждый раз. Ты у меня тоже попал. Я знаю, я потому что... Ты... Я вот тут стою, да, где-то? Да, вот все. Я тебя вижу. Возле синей линии стой. Да. Все, стой. Ты меня видишь? Да, я тебя вижу. Давай, знаешь, где? Вот сюда вот. Вот куда я побежал. Самое-самое первое. Да-да-да, вот сюда. А, вот самое зашёл. Первое. Да, зашел. За зеленую за тебя давай будем. А я еще зеленый? А у меня же это зеленый. Да. Все. Тебе разрешили? Да. Ништяк. Мне тоже, наверное. Че по такой? Я не знаю, что это за карта. Такой загрин. Блин, так. Я не почитал, я не успел. Чего там? Да, это написано. Зеленые. Не обзывай нас. Ладно. Мы же это сопли. Сэм.
Ой, я слил чувака, он меня слил. А, блин, В да. пеленке. Так, где? Пьет в пеленке. Мне понять, куда бежать, чтобы тебя убить. Это вообще... Нифига, ты наши всех тупо втыкают. Серьезно? Да. Я тебя сейчас воткну. Я его не снял, серьезно, я же лучше снега это тащит. Нык-нык-нык. На, я слил. Серьезно? Да. У тебя сколько? У меня два. А, у меня тоже два. Два-два. А, Алексею... не. Чего ты? Лёха, тебе 2-2 по узкому. Да, спасибо тебе. Тебе тоже. 3-2. Я вообще по узкому двоечник. Ты не знаешь. Да, да я заметил это уже. Не знаю, я двоечник. Блин, да я попасть не могу ни по кому там. Я вообще упал. О, тупо подземка есть. Слышь, тупо подземка есть. О, в натуре. Реально. Я еще к вам зайду. А я к вам. Ну-ка, идите сюда. Ныг-ныга, ныг-ныга. Ну-ка, ты где, ныга? Я вас на базе. Ох ты, негодяй. Я ж тебя солью. Блин, так, меня кто слил. О, меня тоже. На вашей базе. Ха-ха. Это, наверное, типа, нельзя заходить. А может быть, кстати, ныги. Да. А может быть, даже меня там никто не сливал. Вперед, мои краснобои. О, тинтишка, у кого-то... Чувака, тинтишка на голове. Серьезно? Из нашей команды. Все, мы вас воткнем, ты его не сможешь убить. Как так я не попал? Зеленый бой, блин. Ой, я тебя убил. Ах ты ж. Я понял, у меня написалось. Да. Меня этот Бламбу убил. Не обзывай меня. Ты краснобой. Блин, там ваши надоели. Обезьяны. Как они так стреляют, а, вообще? Это блин. Читеры. Читеры, фу, читеры. Ха-ха. Вперед! Я, короче, знаешь, Вперед. Какую тут способность видел? Какое? Короче, ты можешь в этого, во врага превращаться. Че, реально? Но, и он даже не будет понимать, что это враг или друг вообще. Серьезно? О, я сзади тебя слил опять. Ах ты ж! Нет, не ты меня слил. Это я тебе прямо в спину то. Нет, тут написано Поунс. Нет, это не ты. Это чел первый меня слил. Значит он. Ну ладно, так уж и быть. Ой! Я тебя сейчас слил. Зеленый бой! Я тебя не слил? Блин, я тебя не слил. Мне главное тебя слить. Потому что ты этот, главарь этой всей стаи. Почему я должен быть глава зеленой стаи? Я не знаю почему, ты предал всю стаю свою. Ныга ты. А тут бревно какое-то. А ты по бревну бегал? Я, да. Я по бревну еще бегу. Только не сливай меня. Блин. Я такой вперед назад. Так, тяк. Нифига! Я 5 слил, а ты сколько? 5. 5-5. Нам повезло. Лёха, тебе 5-5 по узкому. Сам ты узкий. Так, я себе куплю, наверное, вот эти двойные снежки или какие-то снежки. Это тройные. Блин, да я вообще никого не убить не могу. А как они там стреляют? Они, походу, вообще с респатом выучили эту карту, да, и с респан нас мочат. Вообще негодяй. Знают, куда стрелять. В какой он... Нифига задот! Кто? Я двоих слил. Одного с тройными снежками и второго простого. Второй простой. Чё за мяуканье? Неважно. Ой, это вам что ли? Чё это было? А, вас взорвали, да? Да, походу. Это типа помощь для нас. А походу синишки. Нет, ну это... Вперёд! Давай, пеленки свои одевай и в атаку. Давай, вперед. Ну-ка, Оди. Ах ты ж. Оди у нас становится 0 эти. Оди, мы побеждаем. Серьезно? Да, у нас 0 этих становится. Блин, да я вообще убить никого не могу.
У меня как было ж... А, нет, уже 6. У Кого-то я меня убил. семь. Ха-ха. Знаешь почему? Тинтишки атакуют. Ой, это мои тинти по-любому. Ах ты ж, задрот. Я сейчас на вас тоже тинтишки направлю. Ну-ка. Они 10 стоят, нифига. Ага. И как мы я должны... Я бой! Чувак, как мы вообще в такой ситуации должны выживать с тобой? Блин, да как так, а? Я вообще ненавижу эту игру. Да, мне так как будто хорошо. Да тебе хорошо, наверное. Ни о чем я-то хорошо. Да ты же этот читер. С дальнего расстояния всех лупишь. Я еще пойду. Блин, Дак! Задот, кто победил? Я не знаю. А где пишется, кто победил? Ну-ка. Мне. Вроде А, зеленые. Тебе сколько поинтов дали? 35. 30. О, мы победили! А тебе сколько? 135. Ах ты ж. Нифига, я затащил там всех там. Видел, как я затащил их всех. Да это у вас, ты сам 6 только набрал, я хотя бы 7. Я 7 тоже. Так, батя, какое лобби? Подожди, давай я посмотрю, что я могу купить. Шанс какой-то, броню, меч. Уголь. Зачем уголь? Ну-ка, ты в угле. Сам ты уголь. А, подожди, я же что-то одеть могу, да? А где интерфейс мой посмотреть, или как это называется? Это чел сидит в угле. Ты у меня сейчас посидишь. В угле. Да, в угле посидишь. Ты угол. У меня вопрос, а как мне голову одеть? Голову? Ага. Не знаю. Блин, тут... Ладно, все, пошли. Ладно, давай лучше закончим, потому что нам надо реально заканчивать. Как тебе такой, такая мысль необычная? Да. Ладно, давай. Иди сюда. Да. Ну вот, вы поняли. Ребята, вам надо подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео, видосиком. Короче, и будьте няшами такими же, как и мы. Да. Я еще кое-что... скажу. Ну давай. С наступающим Новым годом. А, ну да, с этим тоже. Ну, конечно, это надо было в следующей серии, чувак, сказать. Чтобы да. Поближе все было. Да, мы же шапочки с тобой новогодние забыли нарисовать. Угу. Хотя нет, давай скины вообще не будем после этого момента менять. Ну, постараемся, ладно? Только на Новый год. Не, ну Новый год тоже. А чё? Ну, этот пропустим Новый год, а потом в следующем возможно. Ну... Ты станешь белым, потому что я-то уже белый, у меня белые волосы. Ты сейчас сам у меня белым станешь. У меня белые волосы, что? Всё. Ну и чё, я не виноват, что ты снеговик. Ой, я короче, всё, в следующей серии я снеговик. Всё. Ага. Я, нет, ты это, Снегурочка. А я этот, Дед Мороз. Пингвин. Дед Мороз. Сам ты пингвин. Пингвин. Меня так уже сегодня назвал пингвином. Ладно, ребята, не забываем заходить на наш сайт и вообще подписываться в группу ВКонтакте. Там будет опрос, стоит ли нам продолжать вот такие вот съемки без монтажа. Да. Короче, все зависит от вас. Голосуем, выбираем. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.